В Тверской области ведется активное строительство детских садов. За последние 5 лет в Верхневолжье появилось 11 новых дошкольных учреждений. Из них в этом году свои двери для дошколят открыли 3 детских сада в Торопце, Твери и Калининском районе. В одном из них побывала наш корреспондент Наталья Чекет. В селе Бурашево, что в Калининском районе, стало на один детский сад больше. С каждым годом в поселении увеличивается количество жителей, в том числе и детей. Поэтому новое дошкольное учреждение здесь кстати. Его построили по национальному проекту «Демография». И рассчитано оно на 80 мест. Сейчас детский сад посещает 40 детей. Но к концу октября группы планируется полностью укомплектовать. Для сельской местности это современный детский сад. Я думаю, что и не везде такие детские сады построены. Современное оборудование на пищеблоке, индукционные плиты, к ним специальная посуда. Детский сад получил название «Семицветик», и учреждение полностью соответствует ему. Здесь разработано 7 направлений для раскрытия талантов детей и их обучения. Есть залы для занятий театральных и изобразительных студий, импровизированный театр и выставочные площадки. Дети, когда первый раз пришли в этот сад, они не знали, за что взяться. У них настолько горели глаза в новой обстановке, новое здание, большие светлые группы. Детям настолько интересно, и они приходят с удовольствием. В дошкольном учреждении 4 группы по 20 человек. Помещение для каждой из группы соответствует всем современным требованиям. Здесь комфортабельная мебель, есть развивающее оборудование и новые игрушки. У Любви Каракиной в новый детский сад ходит внучка, которая дома много рассказывает о том, как ей здесь интересно. Она любит вот эти качели все, брусья, а здесь у них есть и спортивный зал. Потом нам присылал видео, воспитательница Ольга Михайловна присылала нам видео, как они занимаются музыкой. Это небольшой зал, ходят паровозиками, музыка. У нас пришел здесь новый музыкальный руководитель, и с ними занимается, интересно. Напомним, что в этом году помимо детского сада в селе Бурашево новые дошкольные учреждения открылись в Торопце и на улице Планерной в Твери, с работой которого в День знаний ознакомился губернатор Игорь Руденя. Главное, что мы сегодня делаем, это вклад в наше будущее, это наши дети. И чем мы более внимательно относимся к тем условиям, в которых они воспитываются, в которых они получают образование, я думаю, тем более успешно будет новое поколение граждан России. Сейчас в Тверской области продолжается строительство еще 3 детских садов на 540 мест. 2 новых дошкольных учреждения появятся в Твери и 1 в Вышнем Волочке.